Ирина Егорова – учитель начальных классов Старогородковской специальной школы-интернат имени Фурагиной. Сложными детьми занимается уже 8 лет, 7 из которых посвятила работе с ребятами с умеренной умственной отсталостью. А в этом году она взяла класс из 5 человек с расстройствами аутистического спектра. Говорит, работа непростая, но помогает воспитатель, который всегда в кабинете вместе с Ириной. Самая большая трудность – это было то, что дети нас не слышали. Они находились все, каждый в своем мире. Вот понимаете? И просто ему сказать, что вот это твое место, и сядь, пожалуйста, за парту, это равносильно тому, что разговаривать просто вот с мебелью. Нужно было обязательно взять его, подвести, посадить. И вот мой воспитатель практически сидел с одним из детей за партой, не отходя. В своем докладе на семинаре, прошедшем в Старогородковской школе-интернате, Ирина поделилась с коллегами своим опытом работы с детьми. Педагог показала обучающие игры, которые делает сама специально для своих учеников, страдающих раз, и рассказала о методах социализации. Педагоги говорили на множество важных профессиональных тем – развитие речи, организации эффективной окружающей среды и различные виды терапии для детей с аутизмом. Тема нашего семинара сегодня – особенности обучения детей с расстройствами аутистического спектра. Актуальность проблемы очень велика, потому что если мы смотрим статистику с 2000 года, то мы видим, что в мире количество детей с этой проблемой возросло в 10 раз. Если вдуматься, в 10 раз это очень-очень большое количество деток. И для них необходимо создавать особенные условия. По словам педагогов-участников, такие семинары необходимы для их работы. Прежде всего, это возможность обмена опытом и площадка для совместного обсуждения перспектив применения коррекционно-образовательных технологий и методов обучения детей с расстройствами аутистического спектра. Елена Морозова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».